Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Потоп в центре города. Из-за прорыва трубы дворы на 45-м квартале оказались полностью в воде. В Майкудуке 24 мая текущего года был застрелен 17-летний парень. Подозреваемый в убийстве найден. В центре города бездомная женщина разводит собак. Очередной телемост главы государства с населением, проходивший в Астане, рассматривал проблемы всех сфер жизни казахстанцев, а точнее 20 шагов к обществу всеобщего труда, дающие конкретные ответы на вопросы, каким должно быть наше общество в условиях глобальной нестабильности, в условиях нового века, чтобы устоять перед кризисными ветрами. Подробнее в следующем материале. 20 шагов к обществу всеобщего труда, дающие конкретные ответы на вопросы. Каким должно быть наше общество в условиях глобальной нестабильности? В условиях нового века, чтобы устоять перед кризисными ветрами? До конца нынешнего года разработать и внести комплексные предложения по повышению эффективности системы государственного управления социальными процессами, включая вопросы планирования координации, аналитического сопровождения, партнерства с неправительственным сектором. Таков был ряд поручений президента страны Нурсултана Абишевича. Выступление президента – это социальная модернизация. В первую очередь это должна быть модернизация самого общества. И красной линией в этом выступлении идет забота о каждом человеке. То есть это должно быть основным, это должно быть основной идеей. И главное, конечно, что те процессы, которые происходят в нашем обществе, в первую очередь эти процессы должны происходить и в обществе. То есть экономическая, социальная реформа происходит в нашей казахстанской в Казахстане, и поэтому общество тоже должно быть социализацией общества. До конца 2012 года изучить вопрос законодательной регламентации гражданской службы. До 1 июля 2013 года разработать проект общенационального плана социальной модернизации на период до 2016 года. В первую очередь мы не должны порождать социальное иждивенчество. То есть каждый человек должен трудиться. И труд, значит, самое главное, это общество труда, то есть каждый человек должен трудиться, и только труд может привести к тем благам и к тем достижениям, которые хочет каждый, наверное, казахстанец. На перспективу в 21 веке только труд может обеспечить всем казахстанцам благосостояние и достижение нового качества жизни. Я уверен, что казахстанцы поддержат политику социальной модернизации и, более того, примут в ее реализации самое непосредственное и заинтересованное участие, сказал глава государства. Жазира Дримова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Информационно-пропагандистская группа продолжает свою работу по разъяснению 10 основных положений послания главы государства. На этот раз представители департамента юстиции встретились с налоговым департаментом Карагандинской области. Продолжит наш корреспондент. Группа по правовому всеобучу во главе с заместителем начальника департамента юстиции провели свою работу среди представителей налогового департамента и начальников отдела департамента юстиции. Одним из направлений послания является повышение качества государственных услуг. Теперь, не выходя из дома и всего за 15 минут, можно зарегистрировать любой вид документа с помощью сайта ИГОВ. Для этого нужно иметь электронно-цифровую подпись. Сегодня мы озвучили последние изменения, происходящие в законодательстве, так как мы очень тесно работаем с налоговыми органами. Вот, наша деятельность очень тесно связана по регистрации юридических лиц, по регистрации прав на недвижимое имущество. Информационно-пропагандистская группа существует почти 3 года. И за это время они уже побывали в Бухаржирауском, Абайском и Каркаралинском районах. В рамках визита зачитывались доклады начальников департамента юстиции. По правовым вопросам даны разъяснения норм действующих законодательства. По словам организаторов данной встречи, полезное мероприятие прошло успешно. Сотрудники налогового департамента получили нужную информацию. В дальнейшем они надеются, что такие мероприятия будут проходить чаще. Совместно с органами юстиции и департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Карагандинской области было проведено совещание по вопросам, входящим в их компетенцию. Данная информация, которую мы получили сегодня от сотрудников юстиции и финансовой полиции, я думаю, что для сотрудников налоговой службы является важной, необходимой, и такая работа должна продолжаться в будущем. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Майкудуке 24 мая текущего года был застрелен 17-летний парень. Подозреваемый в убийстве найден, и мама подозреваемого не дает проходу родителям погибшего Асхата. Просит простить ее 18-летнего сына. В проблеме разбиралась Мирамгуль Салкимбаева.
Вот уже почти 2 месяца прошло с того дня, когда Жайлагуль Тажиевой сообщили о трагической гибели ее сына. Она до сих пор не может понять, кому и чем так сильно досадил ее 17-летний сын. Ведь он, говорит она, даже мухи не мог обидеть. Ребенок был у меня любитель спорта, был. Он послушный мальчик был, он никогда нам ничем не обижал нас, напротив слова не говорил никогда. Как сказать, мальчик хороший был он у нас. И это самое, как могли его таким образом расправиться с ним, вот как могли его позвать из дома и расстрелять. Семья Тажиевых с Алматы переехала в 2005 году. После окончания 9 классов Асхат поступил в политехнический колледж. На протяжении своей короткой жизни он достиг немалых высот. Занимался теннисом и борьбой. В следующем году он бы закончил учебу в колледже. Однако судьба распорядилась иначе. 24 мая около 17:00 Асхат вернулся с колледжа. Как рассказывает мама, на телефон поступил звонок, после чего он быстро выбежал на улицу. На спортивной площадке его ждали 6 мужчин на автомобиле ВАЗ-2110. Один из них вытащил с машины ружье 16 калибра и совершил 2 выстрела в грудь подростка. Ружье было найдено в подъезде одного из близлежащих домов. Автомобиль ВАЗ скрылся с места происшествия. Подросток скончался по дороге в больницу. 24 мая, 17:00, он с занятий пришел, с колледжа пришел. Пришел, и кто-то позвонил, включил телефон, и его позвали туда. Он просто на ногу сланцы одел, побежал. И там его ждал человек 80, говорит. И на машине, какой-то на машине парни ждали его. Когда он застрелил его, и он позвонил, говорит, кто это, кому-то позвонил телефон, говорит, я с ним расправился. А он говорит, в соседний подъезд выкинет ружье и сам убегает. На этом и остановилась жизнь юного Асхата. По словам мамы студента, все подозрения падают на то, что убить Асхата заказали. То есть это было заказное убийство. Потому как на лице и теле не было ни одной царапины. Точную причину даже следствие не может установить. Зная все эти факты, мама подозреваемого приходит почти каждый день к семье Тажиевых и вымаливает прощение за ее сына. Это заказное убийство, мне кажется. Это больше как может? Нормальный ребенок, 17 лет ему. Что ему, 17-летнему ребенку, что они хотят? Мать его просит, чтобы я простила. Мать говорит, что я, моя сын, говорит, живой сидит в больнице, говорит, мой сын сидит в тюрьме, говорит, сидит живой. Твой, говорит, сын умер, прости нас. Я говорю, какое прощение? Никакой прощения не будет. И прощения я не дам. Жайлагуль Тажиева ощутить такой потери не желает даже врагу. Даже соседям погибший 17-летний Асхат оставил о себе хорошие воспоминания. Мальчик спортивный, вообще очень положительная, хорошая семья. Очень большое горе для родителей. Такое горе, что, наверное, не пожелаешь даже своему врагу. Хороший парень, он и спортом занимался, и всегда как-то вот и с друзьями бывало возле подъезда стоят, я с работы иду. Никогда без внимания, чтобы вот он... И поздоровается всегда, и как-то пошутит, что-то спросит. Хороший мальчик, вот даже не зная слов не находишь, вот очень жаль, что такое случилось, и жаль очень родителей. Очень жаль его родителей, конечно, что такое горе им жить, с таким горем всю жизнь. Но и тем родителям тоже будет нелегко. А мы, в свою очередь, надеемся, что суд примет справедливое решение по отношению обвиняемого. Ведь этот противозаконный поступок не должен оставаться безнаказанным. Прошу, чтобы наказали высшие меры наказания, строгого режима, пускай по жизни не дают. Мой сын, моего сына, ни за что угробили. У меня сын хороший был, он вообще... Кто может такого человека убить? Какой человек он? Он выйдет завтра, еще 2-го человека убьет. Кого-нибудь еще кого расправится с кем-нибудь. Это же не мой сын, не последний, первый. Это фото было сделано незадолго до гибели 17-летнего Асхата. Это комната, которая буквально месяц назад была наполнена жизнью. А сейчас в память о нем остались лишь фотографии и грамоты. Непонятно лишь одно, кто и по какой причине с ним так жестоко расправился. Мирам Гусалкимбаева, Карат Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Потоп в центре города. Из-за прорыва трубы дворы на 45-м квартале оказались полностью в воде. И это уже 7-й раз за последние пару лет. Тем временем жители близлежащих домов винят во всем не только бригаду компании «Караганды-СУ», но и магазин, расположенный на первом этаже затопленного дома.
Если вы не поменяете трубу, мы подадим на вас в суд. Негодование жителей двух домов на 45-м квартале понять можно. Уже сутки они сидят без холодной воды, в то время как по улице она разливается бурным потоком. В том, что дворы оказались в воде уже седьмой раз за последние 3 года и второй раз за 2 недели, возмущенные жители винят не только Караганды-СУ, но и магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. Наша эпопея вся нашего дома началась с того, что пришла к нам Диона здесь. Вот это неудобство все составляют они нам. Теперь, значит, они вот у нас хорошие. Была труба, они решили заменить на новую трубу. 3 года там назад они ее заменили. И теперь у нас одни проблемы. Дом все время по уши стоит в воде. Без конца здесь все рвет. Как вот они поменяли эту трубу, это уже 7-й раз нас заливает по уши дом. Тем временем во дворе так просто не пройти. Прохожим приходится перепрыгивать через журчащие потоки, борясь со стихией, которая добралась и до подвалов домов. Жители возмущаются. Совсем недавно они своими силами сделали ремонт жилищного хозяйства, осушили подвалы, облагородили территорию. Элеватор заменили, холодную воду сделали, горячую сделали. Ну, все буквально. Сейчас вот за свой счет, да, за счет жильцов. В общем, короче говоря... А вот эта вот система у нас топит постоянно, особенно когда был дождь, и они делали эту вот эту воду, вся канализация пошла к нам в подвал. Но вовремя еще мы спохватились. Дело в том, что они не делают по-хорошему воду. Ну что это... Неделя, две, и опять приезжают. И улыбаются, сидят. Как долго будут течь ручьи питьевой воды в центре города, пока неизвестно. Ремонтная бригада компании услугодателя пообещала, что в ближайшие 3 года прорывов в водопроводной сети здесь не будет. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. В центре города бездомная женщина разводит собак. Стая животных бродит по улицам, наводя страх на жителей близлежащих домов. Само место обитания женщины теплотрасса превратилась в зловонную свалку мусора. На первый взгляд можно подумать, что это обычная стихийная мусорная свалка, каких в городе немало. Однако свалку это место превратила вот эта женщина. Несколько месяцев назад здесь она обустроила себе жилище. В центре города по улице Ержанова, помимо бардака, антисанитарии и зловония, бездомная разводит еще и собак, которые, сбиваясь в стаи, представляют опасность для прохожих и жителей общежития напротив. Собаки по ночам здесь мешают, людям не пройти. Это вообще ужасно. Вот такой грязь, вот такой бардак, это, вы знаете, это неизвестно даже, что тут творится. И собаки ночью лают. У меня на первом этаже комната, я не могу даже окно открыть, потому что и вонь, и собаки лают. Она их, знаете, воспитывает, вот разговаривает, вот не соврать, как с людьми. Ночное время, по словам возмущенных жителей, собак тут насчитывается десяток. Страшно, говорят горожане, ведь здесь гуляют дети. Мне страшно тут ходить, под вечер собак становится еще больше. Когда мы с друзьями тут проходим, они начинают лаять на нас. Эта женщина кормит собак отходами и сама кушает с помойки. Жители близлежащих домов и рады помочь женщине. Они приносили ей одежду, еду, но та ведет себя агрессивно, от помощи отказывается. Хотя, как поговаривают, у бездомной есть и дети, и квартира. Что заставило покинуть родной дом эту карагандинку, неизвестно. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Житель Сарани зарезал отчима, избивавшего его мать, сообщает информационный портал Биньюз со ссылкой на департамент внутренних дел области. В ночь на вторник в Сарани в своей квартире с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп 35-летнего мужчины. По подозрению в совершении убийства сотрудники полиции задержали 20-летнего пасынка потерпевшего. Парень рассказал, что в тот день пришел в гости к матери. Немного выпив, он лег спать. Ночью проснулся от шума. Оказалось, что отчим избивал его мать. Заступившись за родительницу, молодой человек кинулся на отчима. В процессе драки ударил его кухонным ножом, сообщили в полиции. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Тогус Кумалак, игра с философскими корнями, собирает интеллектуалов со всей области. В Жанарке прошел турнир, который организовали Международное общественное объединение «Счастливый мир», а также любители этой игры. Подробнее в материале Жазира Абдраемовой.
Тоус-Хумалах — 9 камешков, казахская народная настольная игра. Играют двое, на четырехугольной доске имеется 18 лунок и 2 казана. В начале игры у каждого игрока в 9 лунках лежит по 9 камешков каждый. Задача – собрать как можно больше камешков в свой казан. Тоус-Хумалах имеет историю в 4000 лет и считается самой сложной среди игр интеллектуального спорта. Изначально Тоус-Хумалах представлял собой различные модели. Проведение сегодняшнего турнира областного масштаба уже стало доброй традицией. С каждым годом чемпионат собирает все больше и больше участников. Мы часто проводим подобные соревнования. Надо отметить, что в наших районах Тоус-Хумалах очень хорошо развит. Что касается турнира, участники приехали с Ахтогая, Караганды. Несмотря на то, что участников мало, игра проходит очень интересно и увлекательно. На этот раз за интеллектуальной доской сражались более 30 человек. Состав участников очень силен, и игры прошли интересными и увлекательными. Сегодня эта древняя национальная игра очень популярна среди подрастающего поколения. Она способствует развитию логического мышления. Ведь игрок должен в уме продумать не только свои ходы, но и возможные ходы своего соперника. Чтобы победить, нужна не только смекалка, но и хорошие математические знания. В конце турнира организаторы поздравили победителей и наградили ценными призами. Судьи отметили, что жанаркинцы умеют очень хорошо встречать гостей и организовывать на высшем уровне спортивные мероприятия. В частности, турнир по Тоус-Хумалаху. Жазира Абдраимова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон здар.